Сосульки, глыбы были. 19.02.19 год. Долотный переулок, 12. У вас и в подъезде нет отопления, так я понял? Так, отопление. Отопление в подъезде отсутствует. Да. А подъезд в ужасном состоянии. Ну, это подъезд в ужасном состоянии, надо в текущий ремонт вставлять. Вот, кстати, какие-то молодые люди ходили по дому и говорят, будем ремонт подъездов. Я инженеру позвонила, он говорит, ничего не подписывает, пусть нам живут. Ну так правильно. Ну, старший должен заниматься этим всем, ну, в курсе быть. Старшему... Ребят, надо выбираться. Вот объявление у нас. Чего за объявление? Ну вот, сегодня. Собрание у вас? Да. Сегодня? Вот это самое холодное. Все форточки. Так, у вас закрыты. Это... Вот, отопление совсем закрыто. Тут купаться нельзя. Сейчас я вам... Так, это у вас полотенце-сушилка, да? Сушилка, да. Это четвертый подъезд, квартира? 67. 67-я квартира. Сейчас вот сюда, вот. Это вот тоже. Еле тепленькое. Все форточки закрыты, я открываю ничего. Задыхайтесь. Вот, чуть-чуть, а ночью холодная. А вот она, вот только. Ну, это они вот. Скажут, это даст... Ну, тоже ланг же. Значит, стояк. Так уже 150 раз делала заявку. Отопление. Завтра чуть он теплое. Ну, а эти вот половина, эти половина. Ну, это, слава богу, так. Вот оно, до половины, вот, все равно. А, ой. Это хорошее. Так, значит, проверить. Просьба сотрудников ГЖИ. И на проверить. На кухне. Отопление проверить. Всего дома. Долотный 12, это в частности, квартира 67-я, полотенце-сушилка вообще холодная. Вода горячая не поступает, люди без горячей воды. Вот, чуть-чуть, это еще ладно, на кухне ладно, то газ включаем, то ага. Что, она, а там холодная она. А мы ведь две квартиры обслуживаем, так?